Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, а ты на канале Князь. Сегодня у нас битва замков, и наконец-то я делаю то, что я давно обещал сделать, друзья. Я сегодня записываю обзор аккаунта под названием «Писька». Да, ну писька, ну понимаете, ну писька. Вот, я делаю обзор супер прокачанных аккаунтов в нашей рубрике, не рубрике, в нашей движухе под названием «Дурка», там где мы без доната, одновременно с созданными аккаунтами с пельменем, идем вперед, там прокачиваем силу, пытаемся выжить, чтобы нас там не кикнули, и вот это вот все. Ребята, там плейлист есть отдельный по пельменю. Вот, давайте так, поставь, пожалуйста, княжеский лайк, если ты хочешь, чтобы я еще поснимал обзоры каких-то ребят, которые играют без доната. Понимаете, я хочу, чтобы сейчас наступило такое время, когда, помните, раньше в былые времена мы снимали обзоры каких-то донатных, крутых, нашпигованных аккаунтов, и вы это смотрели, это было популярно. Потом мне просто стало неинтересно снимать такие обзоры. Я хочу, чтобы сейчас вам было интересно, чтобы были просмотры на обзорах аккаунтов, которые играют без доната, у которых мало силы, у которых происходит полный пипец и так далее. Вот давайте, если вы за эту движуху, пожалуйста, поставьте княжеский лайк, подпишитесь, вот там 1000 лайков наберете. Я постараюсь еще какой-нибудь аккаунт взять, скажем так, посмотреть, что да как там, вам показать. Дело в том, что этот аккаунт создан, ну, буквально, ну, не то, он создан 18 дней назад, но активно на нем играли, я думаю, дней 5, наверное. То есть это видео можно назвать, как за 5 дней прокачать 100 тысяч силы, ну, вот что-то такое вот. Потому что, давай сразу покажу достижения, чтобы не было вопросов. То есть этот аккаунт не создан позже Тунца. Заходим, достижение, другое, я поначалу даже найти не мог. Играть ежедневно в течение 30 дней, то есть здесь отыграно 18 дней, но я там предполагаю несколько дней было ожидание, пока я пельмени создам, пока я там гильдию создам и вот это вот все, потому что, ну, прапор знал движуху, он там и предложил ее и так далее, то есть он как бы сидел, ждал. Вот, а далее показываю, конечно же, что это бездонатный аккаунт. Да, то есть, и, в принципе, наравне с пельменем созданный, но у пельменя там 20 с чем-то тысяч силы, а здесь 100 тысяч силы, 105. И давайте я вам покажу, как вообще такое получилось. Вот. Давай сразу начнем с алтаря. Меня первое, что здесь удивило, когда я вообще зашел, я увидел, что кому-то очень сильно повезло в хватайке. Вот мне, к примеру, на пельмени не повезло в хватайке. А я даже там вообще никаких этих не выбил, скажем так, жетонов. Но кому-то повезло, и кто-то получил там крутые легендарные карточки, и из них выбил героя. Раз. Далее смотрим, что у нас тут еще. Ну, это понятно, да, это стандартно. Дальше дуэлянт, ну как бы тоже стандарт, там вроде можно было обменять на две эти крутые дон карты, если ты выбиваешь 30 жетонов, но прапору дико повезло, ну то есть подпиской, записку играет прапор, как бы это странно сейчас не звучало. Дальше хранитель, слушай, талантики, а ну здесь так. Ну слушай, подожди, а сколько у него этих... ящиков у него 0. Окей. Смотрите, Фобос. Ну, тыква, понятно. Ну, а дальше интересного ничего нет. По сути, вот дуэлянт, Фобос, как его, оккультист. Новый эпик. Ну, вот как-то так. Вот здесь даже уже считает 14-й прорыв. Дальше вы можете наблюдать то, что целая куча допов. Ну, тут как бы стандартно, да, там пацаны соревнуются, хотят силу прокачивать. У меня даже нету, ну, как бы, у меня даже, ну, типа, все герои открыты. Я думал, что я буду играть, типа, с чистой силой, я там буду открывать только те героев, которых не хватает, да, но в конечном итоге я тоже там второго ниндзика открыл, потому что, ну, надо как-то силу прокачивать. Здесь же, смотрите, все интереснее сделано. Здесь, по сути, человек просто за КГшки покупал этих ниндзиков, как я понимаю, и их открывал. Тут еще есть другие герои, а вот тут еще Фрэнки есть. А по КГшкам, видать, там где-то урвал в акции, наверное, вот эти золотые слизи. А, наверное, их и потратил, а может быть и нет.
Но тут как бы вы видите, да, тут не густо. В принципе, такая же задница, как у меня на аккаунте. Вот. Но, грубо говоря, эти золотые слизи, наверное, урвал и потратил их куда надо. Ну или просто там КГшек где-то там получил. Что сейчас, по сути, 15 тысяч КГшек, и как бы вот аккаунт на какое-то время встанет, пока какую-то халяву там где-нибудь что-то не получит. Давай посмотрим достижения волн. Волна Т. А я остановился на какой? А я на J волне остановился, да, вроде бы. Тут уже до Т волны он дошел. По подземкам. Вот. Так, жестокие пройдены. Да, и начаты кошмарные. Кошмарные подземки начаты проходиться. Окей. Это вице-лидер, кстати, дурки, да, если вдруг кто не знал. Момент, да, я вам буду каждый раз напоминать, что нужно кровь из носу прокачать каким-то образом 28 тысяч силы или сколько там, чтобы дойти до смотрителя, и там за счет смотрителя вы бустанете себе силу, друзья. Очень конкретно, да, вы там с 28 сразу там на 40 с чем-то попадете по силе. Далее, что еще хотелось бы отметить, друзья? А, надо просмотреть героев. Судя по всему, с тыквы... А, подожди. А, ну это доп тыква. Это доп тыква. Вот основная. О, ну у меня хотя бы тыква лучше, понимаете? У меня тыква... Ну, хотя у меня тыква тоже с восьмеркой, но у меня исцеление восьмое. А тут у тебя только берсеркер. Фу! Фу, ну бас! Да, но этому человеку повезло нехерово именно с хватайкой. Ну, да, так в целом талант этот, ну, для бездонатного аккаунта молодого, которому там несколько дней, очень даже круто. Что еще, ребята, посмотреть? Что еще хотелось бы вам глянуть? Я вот даже и не знаю, что пока... волны я показывал, подземки я показывал, командные подземелья, ну, тут я не знаю, открыто, не открыто. А, смотри, он даже еще на остров лавы не ходил. Первый. На второй ходил и на второй не ходил. И на третий не ходил. Вот в 2020 году только одержимого там и раздавать. Но фармит. Что-то фармит. Вот, что-то фармит. Четвертую лаву тоже не ходил. Ну, наверное, месо фармит. Да, мес первый от... Ну, то есть... Фармленный фарм... Я как определяю? Здесь просто нету доп-наград, когда ты первый раз сюда заходишь. Вон, тут нету доп-наград. Ну, в принципе, интересно. Вот мне лично было интересно покопаться на аккаунте прапора. Потому что мне интересно, какие там герои, чё да как человек развивается, и что это? Это сундук Месса 4, а вот он 4-го фармит. Ну, у него силы много, он может себе позволить. Слушай, давай, давай я тебе ништяки открою. Ну вот они, бездонатные, невероятные ништяки. Понятно тебе? Понятно, ты понял? Ты понял вообще? Ну, что мы тебя отсюда выбьем? Еще 100 книг. Кстати, надо посмотреть, сколько у него там книг. Вон, потому что допов на самом деле открыто огромнейшее количество. И предположительно, книг там нихера нету. Я с большой опаской жду, когда битва гильдии... А, слушай, а может быть у нас битва гильдии уже началась? Ёпта. Я чуть не обращал внимания. Вообще, по идее, у нас уже битва гильдии должна начаться. А вот в этом у гильдии. И что-то мне как-то совсем этого не хочется. Да! Ёб твою мать, у нас битва гильдии, твою ж мать. Ты чё? Чё, блядь, ёб твою... Как я проходить-то буду? О, кстати. Кто не пройдет вообще... Ой, сколько людей можно кикать. Так. Окей. Ёпта, да, битва гильдии начала. Это хорошо, я посмотрел, а то я так бы и не увидел. Господи, ёперный ты театр. Как? Я не знаю, как мне проходить эту битву гильдии, ребята. Я реально не знаю. Да что у меня тут такая задница с героями? Жопа там полная. Просто говорит, пиздец. Да, вот это я попал. Вот я даже не знаю, как проходить. Просто в душе. Короче, ладно. Ладно, я думаю, что на этом все. Я вам пожелаю огромнейшую удачи.
Удачи вам пожелаю на этом, да. Всех целую. А вот, в помидоры. Короче, пишите мне в комментариях, как мне проходить битву гильдии. Пишите в комментариях, показывать ли вам другие аккаунты. Всем чао.